Перед крупным футбольным турниром к чиновникам, которые управляют видом спорта номер один, внимание всегда повышенное. Поэтому на исполком РФС, который прошел в Москве, даже глава нашего футбола Виталий Мутко приехал заранее. Проблемы и их решения начали обсуждать еще в фойе перед залом заседаний, но жизнь внесла свои изменения в регламент. Перед самым началом пришла печальная весть. Ушел из жизни известный комментатор Владимир Перетурин, поэтому исполком начался с минуты молчания. Дальше все по плану. В повестке дня было 12 пунктов, из которых как минимум 3 волновали журналистов, ожидавших за закрытыми дверями. Как идет подготовка к Кубку Конфедерации, готовность сборной страны к этому турниру и, конечно, бюджет. Но начали футбольные чиновники с подведения итогов сезона. Подвели итоги. В общем, сегодня все уже, скажем, не мешает никому отмечать, кому положено огорчаться, кому положено готовиться в стыковые матчи, которые пройдут совсем скоро. Руководство премьер-лиги в отчете упомянуло несколько приятных цифр. В Москве и Краснодаре болельщики начали ходить на стадион активнее. Да и общее число болельщиков, посетивших стадионы за минувший сезон, впечатляет. Список лауреатов по итогам сезона ни у кого вопросов не вызвал. Лучшая команда «Спартак», футболист года Денис Глушаков, лучший тренер Массимо Каррера. Лучшим игроком среди юношей до 21 года РФС назвал Федора Чалова из ЦСКА, а лавры лучшего арбитра достались Владиславу Безбородову. Отдельной премией за вклад в развитие футбола наградили Никиту Павловича Симоняна. Отчет главного тренера сборной исполком слушал с особым вниманием. И, похоже, Станислав Черчесов смог убедить руководство нашего футбола, что сборная готова к предстоящему турниру. Вы слушали Станислава Саламовича Черчесова с его планами подготовки сборной команды. Несколько нюансов по игрокам. Я думаю, что и сборная будет действительно хорошо готова к этому соревнованию. И мы очень надеемся, что достойно выступит. С подготовкой к Кубку Конфедерации тоже все в порядке. Хотя о сложностях Виталий Мутко говорил открыто. Кубок Конфедерации готовится в соответствии с всеми необходимыми графиками, сроками. Сегодня, естественно, конечно, самым проблемным для нас является пока стадион Крестовский в Петербурге. Вы знаете, что 20 числа мы приняли решение о замене там газона. И сейчас идет активная фаза замены этого газона. Но есть еще ряд других вопросов, связанных с доведением этого стадиона. Ну и, конечно, финансы. Куда без них? К счастью, в этом вопросе обошлось без неожиданностей. Более того, футбольным чиновникам удалось серьезно сократить задолженность РФС. Доходы несколько увеличены по сравнению с нашими плановыми показателями, что позволило нам несколько сократить ту долю кредиторской задолженности, которую мы планировали на конец года. Сейчас она будет где-то 347 тысяч миллионов рублей. А предполагалось, что она будет значительно больше 360. Мы немножко смогли эту работу улучшить. После исполкома журналисты, как всегда, задавали множество вопросов, в том числе по темам, которых не касались на заседании. Президент РФС ответил на все без исключения. Рассказал о проблемах судейства в нашем чемпионате и посетовал, что договоренностей по поводу телеправ на Кубок Конфедерации и Чемпионат мира до сих пор нет. Но уверил собравшихся, что все вопросы будут решаться в рабочем порядке. Впрочем, в последнее время к четкому решению вопросов в нашем футболе мы успели привыкнуть.